Долгожданный момент. Ножницы, красноленточка и праздничное настроение. «Магнит» открывает первые магазины. Торговая точка находится в Каспийске. Ассортимент в магазине у дома – это более 4000 востребованных позиций. Особое внимание уделено местным поставщикам. Здесь представлена продукция 23 региональных производителей. Она выделена специальными ценниками «Покупай дагестанское». По словам президента «Магнит», их число будет только расти. Также продукция будет отгружаться и в другие регионы, а в перспективе объемы поставок будут постоянно увеличиваться. Мы планируем сотрудничать с еще большим количеством дагестанских поставщиков. Мы здесь сотрудничаем с 23 производителями, планируем привлечь и других. В магазине «Магнит Косметик» представлен ассортимент из более 7 тысяч непродовольственных товаров. Помимо бытовой химии и товаров для дома, здесь можно выбрать косметику, товары по уходу, парфюмерию, товары для детей и домашних животных. Местные жители отмечают, здесь можно найти все, что пожелаешь. Мы здесь живем рядом, купили дом рядом по соседству. И очень хорошо, что здесь открылся магазин семейный у дома. Очень большой ассортимент, с детьми хорошо. Хорошо зайти, тележки все есть, удобно очень. Ну и много детского, конечно. Все хорошо, все культурно, как бы все организовано. Ну, в других магазинах, например, нет вот этой акции, нет жутких ценников. Чем отличается? Здесь привилегия, преимущество, потому что есть постоянные акции. На овощном отделе цены достаточно доступные и низкие. Я думаю, для широкого потребителя это вполне себе приятные цены. Самое главное, в Дагестане действует программа лояльности компании. При любой покупке до 2% от ее стоимости зачисляются на карту в виде бонусов. Их можно использовать во всех форматах сети. Отдельно в магазинах действует скидка 10% для пенсионеров. Покупатели ждут и регулярные скидки. Магазин отличает доступные цены и на весь ассортимент товаров повседневного спроса. Это сердце магазинов, отдел фрукты, овощи. Если вы обратите внимание, то на многих упаковках здесь вы увидите надпись «М-свежесть». Да, вот этот товар, эта продукция производится нами, «Магнитом», на наших аграрных предприятиях. Мы производим огурцы, помидоры разных видов, разных сортов. Много видов грибов, зелень. Многие говорят, что морковка в последнее время подорожала. Да? Я сейчас не помню, сколько она у нас стоит на рынке, но в «Магните» она стоит 60 рублей. 60 рублей. 75. У нас 60. А картофель, молодой картофель, обратите внимание, 28 рублей. В торговле используют и новые технологии. Так, сотрудники для оперативной работы используют мобильные принтеры. Компактные устройства сканируют штрих-код товара и тут же получают всю информацию о нем, а также печатают ценники. Кроме того, в магазине установлено современное оборудование, которое удобно и экономично в использовании. Например, молочная продукция хранится в холодильниках с дверцами, а не в открытой бонете, что позволяет лучше сохранять температуру и снизить расход электроэнергии. В магазинах имеются и терминалы безналичной оплаты. Используем, да, вот жидкости дезинфицирующие. Те покупатели, кто пришел к нам без маски или у кого нет ее с собой, может использовать маску, которую мы даем бесплатно, перчатки. Такие начинания, по словам руководства Дагестана, позволяют создавать рабочие места. Кроме того, приход в регион такой крупной сети означает и пополнение регионального бюджета. Власти отмечают, средства эти будут направлены на решение проблем местных жителей. Появление сетевой розницы, безусловно, сделает более разнообразной и конкурентной торговую инфраструктуру региона. В этой части я хотел бы поблагодарить руководство республики, лично Сергея Алимовича, за активную позицию в развитии всех товаропроводящих форматов. Я уверен, что при вашей поддержке количество новых магазинов и других торговых объектов, а соответственно и налоговых отчислений, у вас будет неуклонно расти. Третий магазин «Магнит» откроется уже в августе в Махачкале. До конца года компания планирует открыть 20 торговых точек. Они появятся еще в городах Дербент, Избербаш, Дагестанские огни, а после и в районах республики. Патимат Ханапова, Салман Гетихмаев, в новости ННТ, Каспийск.